Эта база имеет настолько огромные размеры, что даже на автомобиле вам потребуется несколько дней, чтобы все объехать. Танки «Абрамс» и бронемашины различных типов до горизонта, поля грузовиков и гаубиц. Вся техника регулярно проверяется, а перед постановкой на хранение приводится в порядок и классифицируется. Кроме техники, в закрытых ангарах складируются комплекты формы и бронежилетов на миллионы солдат. Благодаря этим запасам, армия США за считанные дни может обеспечить всем необходимым снаряжением сотни тысяч бойцов. Здесь есть все: прицелы на винтовки, ремни, подсумки, запасные стекла для бронеавтомобилей, шланги для техники, ящики, упаковочный материал, дополнительное оборудование, зипы. А также инструменты и целые цеха со станками для обслуживания техники и приведения ее в надлежащий вид. Склад создали в отдаленной пустыне на западе США в 1942 году для войны с Японией. Примерно 14570 гектаров удаленной высокогорной пустыни предоставляют базе обширное пространство с очень низкой влажностью, редкими осадками и отсутствием значительных проблем с застройкой. Оборудование и материалы, хранящиеся здесь, могут сохраняться длительное время без значительного воздействия окружающей среды. Однако Сьерра – это не просто складское помещение. Сегодня армейская база Сьерра предоставляет широкий спектр услуг по техобслуживанию и логистике для большого числа клиентов, включая экспертизу, восстановление, обслуживание оборудования, его ремонт и модификацию, возвращение и перераспределение активов, долговременное хранение и консервацию оборудования, управление активами, транспортировку и логистику, практическое обучение, а также уникальные учебные объекты и оборудование. После интенсивного использования в полевых условиях, разнообразное военное оборудование поступает в Сьерра для восстановления, осмотра, планового техобслуживания и ремонта. База обладает квалифицированным техническим персоналом и экспертизой, чтобы не только обслуживать и восстанавливать важное оборудование, но и оперативно приобретать или ремонтировать, при необходимости, невероятно редкие детали, решая задачи, которые иначе было бы сложно выполнить. На базе Сьерра ежедневно проводятся легкие ремонты техники, начиная от генераторов, двигателей и плоских стоек до систем водоснабжения и топливных систем, которые после экспертизы быстро возвращаются в строй для войск, где бы они ни находились. Для непосредственной поддержки военных подразделений в полевых условиях база также восстанавливает избыточные компоненты индивидуальной защитной брони, ремонтирует их и собирает новые комплекты брони для последующего развертывания. Большая часть оборудования, поступающего в ремонтные мастерские Сьерра, возвращается в эксплуатацию в первоклассном состоянии. Каждый предмет одежды тщательно осматривается сразу после поступления в Сьерра, затем очищается и при необходимости ремонтируется, чтобы гарантировать, что солдатам предоставляется только полностью пригодное и соответствующее снаряжение. На базе затем собирают, упаковывают и отправляют комплекты восстановления по всему миру. Не забудьте поставить лайк, а в случае, если еще не подписаны, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Напишите в комментариях, видео на какую тему вы хотели бы увидеть.